проблемы с вашей стороны тогда? И вот если вы как-то обещаете за состояние даже на свет, вот выходные, например, свет полностью был в темноте. Поясняю. В связи с таянием снега и никаких недоработок подрядчиком где-то пошел разрыв кабеля. Если сейчас ждем, когда сойдет снег, этот вопрос мы уже подрядчику обозначили, в рамках предвизионных работ, акты составлены на почве ВГХ, проведены от снега летом. Ждем, как снег сойдет, будем искать, где полет. Это из-за того, что где-то полет произошел по земле. Скажите, а были дополнительные ставки, помните, видите, минуту, туда два человека, они занимались обслуживанием? Да, конечно, дорожки очищены. То есть надо сказать, что у нас в единице это за счет отдела культуры, у нас вакансии образовались, и мы за счет технического обслуживания ввели дополнительные единицы. Без учета, без ущерба бюджета, расходов дополнительных средств. Сейчас дорожки часть расчищены, так как это было у нас в феврале месяце только сделано. Надо было, естественно, это сделать в сентябре месяце. Не было вакансий, поэтому сейчас по возможности убираем. То есть дорожки расчищаем. То есть мы полагаем, что дальнейшее обслуживание сквера будет полноценным. То есть не только дорожки будут обслуживаться. Двух этих ставок достаточно для того, чтобы качественно убирать. Достаточно ли технических средств, что там, материалы расходные и так далее, чтобы сквер можно было держать в состоянии надлежащем. И летний период, и зимний. Нам было выделено бюджетом дополнительных 10 тысяч рублей, на которые приобретены сегодня две снегоуборочных машины. Это газонокосилки две, которые будут косить в этом направлении. Две единицы, они выделены для уборки, чисто для уборки, но не для вывоза. Для уборки, для вывоза у нас денег нет. Это ответственность.